Всем привет! Мы снова играем в игру «Драконы. Восстание титанов». Итак, авторы игры нарисовали нам нового дракона, я смотрю. К Дню Матери нарисовали нам дракона Клауд Джампера, прыгающего по облакам. Интересно, он в списке где-то есть? Сейчас посмотрим. Вот он. Через 5 дней 22 часа он закончится. Так, окей. Вот два турнира. Один будет турнирчик за сердечки. Второй Basic Bolt. Это для маленьких дракончиков еще, для слабеньких. И для профессионалов. Так, ну что? Давайте мы посмотрим, из какой он команды вообще этот дракон. Появился ли он у нас здесь где-то? Вот он будет. Вот в этой он области. Вот здесь. Вот его есть описание. Это красный дракон. Значит. На 3 хода он 50% дает защиту нам. Убирает все негативные эффекты и делает наш на 20% на 3 хода сильнее. Да? Окей. Конечно, в Дню Матери могли посимпатичнее дракона нарисовать, честно скажу. Ладно, нажимаем все кнопки Begin. Раз. Два, три. Во всех будем играть. Итак, начнем. Я хочу посмотреть, как вообще этот дракон выступает. Может быть, здесь мы его сможем увидеть. Может, где он будет как гость? Вот он как гость. Значит, красного мы не берем. Берем все остальные цвета, чтобы все были. И смотрим, как он себя проявит. Так. Значит, надо нам постараться набрать красные, чтобы посмотреть в бою, как же он себя ведет, этот красный. Если успеем. Специально не буду брать других, чтобы набрать. Так, два уже раза так я собрала. Три. Насколько он быстрый, посмотрим, будет. Три. Сколько еще нам нужно? Так, красных нету, как назло. Вот, 4 нужно раза собрать по 3, чтобы его зажечь. Так, он не стреляет, он только нам помогает. Ясно. Сам он на драконов других не нападает. Ну что ж, что мы за эту игру получили? 6 монеток. Так, эта игра, значит, третья за кристаллы. И тут он как гость. Этот дракончик как гость. И мы можем посмотреть, как он себя ведет. А эти два. Здесь мы набираем сердечки. Здесь для профессионалов. То есть минимум 3. Раз, два. Сейчас посмотрим. Как обычно, наверное, все. В этом в первом турнире нужны будут сильные драконы, а во втором турнире можно будет использовать и 3-звездочных драконов, и 2-звездочных, какие у вас есть. По максимуму собрать сердечки. У нас есть целых 6 дней. Каждый раз можно проходить турнир до конца и потом раз в день его откатывать назад. Ну, посмотрим, соберем ли мы за 6 дней этого дракона, получим ли мы его или нет. Ну вот, получили первые сердечки этого дракончика. После того, как мы получили первые сердечки, сразу видно, посмотрите, сразу видно, он у нас должен был здесь появиться в списке драконов, новый, вот он появился, вот он есть. И как только мы наберем 1000 сердечек, вот он какой, вот у нас будет уже
в нашем списке драконов по-настоящему. Сейчас он только еще в проекте. В проекте. Тогда надо будет ему сделать трейн. Вот кто его друзья. Можно посмотреть. Mother's Day Cloud Jumper, прыгающий по облакам. Из этого семейства. Вот он появился у нас. Новый дракончик. Это первый турнир, значит. И здесь теперь у нас получается... Три минимальные... Два дракона должны быть, три звездочки минимум. А во втором турнире... Сейчас мы раз сыграем, и тогда увидим условия. Втором будет три максимум, по-моему. Только трёхзвёздочные драконы максимум. Это для еще новых игроков. Чтобы они тоже могли что-то получить. Может быть, кому-то такой дракончик придется по душе. Захочет такой взять себе в команду. И последняя волна. Все сердечки складываются в одну. Вот смотрите, если мы сейчас вот сюда зайдем дальше, то мы увидим, что здесь трехзвездочные драконы максимум. То есть это для новых игроков турнир. Но можем, если у нас сохранились драконы трехзвездочные, в нем участвовать, брать трехзвездочных и играть. И получать и в одном турнире, и во втором турнире сердечки, и набирать вот этого новенького дракончика. А здесь можем собирать монетки, наши руны, за которые мы можем потом покупать остальных драконов. Вот такие новости. Встретимся через недельку. Надеюсь, у нас этот дракончик будет полностью. Мы его соберем. О, какая мама такая, прыгающая по облакам. До новых встреч. Всем пока-пока.